Душанбе, 27 августа 2020 года, Неат Хавар. Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 принято решение о совершении авиакомпанией Самон Air 30 августа чартерных рейсов по направлениям Душанбе, Минск и Минск, Душанбе, сообщает Неат Хавар со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. По данным источника, чартерный рейс по направлению Душанбе, Минск предназначен, прежде всего, для вывоза обучающихся в Республике Беларусь на Украине студентов Таджикистана ЕФ, а также граждан иностранных государств. В этой связи министерство просит обучающихся в Республике Беларусь на Украине студентов Таджикистана ЕФ при планировании выезда учесть санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые при въезде в эти страны. Необходимо отметить, что посольство Таджикистана в Беларуси и на Украине готово оказать студентам-таджикистанцам необходимое содействие в обеспечении транзита из Минска в Киев и другие города Украины. Для приобретения авиабилетов по направлению Душанбе, Минск граждане могут непосредственно обращаться в авиакомпанию «Самон Аэр». Чартерным рейсом по направлению Минск, Душанбе на родину будут возвращены граждане Республики Таджикистан, находящиеся в Республике Беларуси на Украине. Для включения в вывозные списки соотечественникам необходимо обратиться в посольство Таджикистана в Минске и Киеве. Следует учесть, что при въезде в Республику Таджикистан необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученной путем тестирования методом полимеразной цепной реакции, ПЦР, сделанного не ранее чем за 96 часов, 4 суток, до прибытия. При этом дети до 3 лет освобождены от предъявления справки.